Сегодня мы будем иметь уже пятую встречу, которая будет называться, или которая называется «Дуэт» или «Дуэль». И эта тема, как вы понимаете из названия, посвящена разрешению семейных конфликтов, посвящена вопросу тому, как научиться выходить из конфликтов. Почему? Потому что конфликтов не избежать. Так устроена жизнь, что любая семья однажды, рано или поздно, так или иначе, но обязательно встречается с проблемой конфликтов. Всякий муж и всякая жена рано или поздно, так или иначе, но обязательно, хотя бы раз, но поссорятся. И когда-то это произойдет впервые. И для них это, может быть, будет новый опыт, потому что, может быть, раньше они не ссорились, но приходит время, когда такая проблема случается. И в прошлый раз мы с вами говорили, что иногда ссоры – это не так уж и плохо. Не всегда, но иногда. Почему? Потому что ссора сама по себе, если она случилась, она является неким индикатором, который должен помочь человеку задуматься, что в отношениях что-то произошло, какой-то сбой, какая-то проблема случилась раньше. А ссора – это лишь видимое ее проявление. Поэтому конфликтов не избежать, и конфликтов бояться не надо, потому что проблема не в самом конфликте, а проблема в том, как люди выходят из этого состояния ссоры, конфликта, разногласия. Почему? Потому что не все люди умеют выходить из этого состояния, не все люди, которые знают, как выходить, не всегда правильно это делают, а многие люди даже вообще не знают, что они оказались в состоянии конфликта. Впрочем, чуть позже мы с вами об этом и поговорим. Наша программа по-прежнему ставит вопрос перед слушателями, перед участниками и, к сожалению, перед теми, кого сегодня здесь нет, перед жителями нашего города. Может быть, когда-нибудь они услышат это, а может быть, и нет. Но наша программа задает вопрос: счастливая семья – это мираж в жизненной пустыне или реальность? Кто-то сказал о любви интересную фразу: «Любовь как привидение, все о ней говорят, но никто ее не видел». И может быть, он прав, может быть, нет, не будем судить, но в этом выражении, в этой цитате есть некий смысл, потому что все люди хотят любить, хотят быть любимыми, хотят, чтобы любовь жила всю жизнь в их семье, но в какой-то момент происходит нечто, и любовь исчезает, испаряется. Вроде она была, такая была яркая, такая была приятная, так было хорошо, но потом что-то случается, что-то ломается в отношениях, и она исчезает. Любовь как привидение, все о ней говорят, все ее хотят, но никто ее не видел так, чтобы она длилась всю жизнь человека. Может быть, сегодня счастливая семья встречается лишь в книжках, в романах каких-то или в каких-то кинофильмах. А ведь заметьте, что когда мы смотрим какой-то сериал или какой-то кинофильм по телевизору, где есть какая-то романтика, где есть мужчина, такой весь герой, такой супермен, такой все может, он преодолевает проблемы, и тут же встречается на пути ему такая красивая, умная, понимающая женщина. И вот весь фильм, даже если он не о любви, но весь фильм так или иначе показывает их взаимоотношения, и фильм заканчивается всегда чем? Что они вот вместе, что они достигли этого желанного, этой желанной цели, они создают семью, они целуются, и конец фильма. А как они живут потом, какие у них проблемы, с чем они сталкиваются, какие у них изъяны характера, это уже никому не интересно. В фильмах этого не показывают. Почему? Потому что принято считать, что самое красивое и романтичное должно быть в кадре, а все остальное, бытовое и проблемное, это как-то надо. Ну, и даже если показывают в сериалах, там просто Мария или как там еще, то все равно это обставляется таким каким-то образом романтичным и так далее. Но жизнь не романтика. И если счастливая семья – это только в книгах и в фильмах, то, наверное, мы с вами все обречены быть несчастными. Но задача нашей программы состоит в том, чтобы ответом на этот вопрос было убедительное утверждение, что счастливая семья – это реальность. И задача нашей программы состоит в том, чтобы люди поверили в это,
чтобы люди поверили, что это реальность. А ведь многие перестали в это верить. И мы уже с вами говорили о гражданском браке, да? Когда люди сходятся вместе, ну, мол, попробуем, сживемся, слюбимся, нет, посмотрим. Когда люди создают гражданский брак, это о чем говорит? Это говорит о том, что они не верят, они сомневаются, они боятся заключить законный брак, потому что это ответственность, это обязательство, это в разводе или в случае развода куча проблем, это суды, дележка. Люди не хотят этого, они согласны жить вместе, но они не верят, что вот это реальность. До чего мы с вами докатились, наше общество, куда мы катимся и что будет дальше? Если сегодня, как мы уже с вами говорили, 2000 браков в день в нашем государстве разрушаются. Если сегодня не хотят люди жить в законном браке, они сожительствуют, они встречаются, они спят вместе, а жить не хотят, а проблемы решать не хотят, а воспитывать детей не хотят, бабушки, дедушки, помогайте, воспитывайте, нянчите, а мы не приучены этому, мы не знаем, как это делать. И это серьезная проблема. А те дети, которые сегодня воспитываются в половинчатых семьях, которые не видят воспитания, завтра они вырастут, это новое поколение, они придут к власти, они будут управлять государством. И то, что заложено в них сегодня, мы с вами будем расхлебывать когда? Как в ближайшем будущем. И естественно, что это не может нас не тревожить, потому что дети, посмотрите, что происходит в мире. Ребенок берет пистолет, идет в школу и убивает своих одноклассников и учителей и тому подобное. Сегодня во многих странах Европы учителя боятся проводить уроки из-за того, что поставив двойку ученику, тот может взять пистолет и застрелить учителя. Поэтому в классы ставят полицейского, чтобы в присутствии полицейского проводились занятия. Я в свое время жил в другой стране и несколько лет, и я видел, что происходит сегодня там, на Западе. А на Западе происходит серьезная вещь, и сегодня хотят это сделать здесь, в нашей стране, когда пытаются принять закон о ювенальной юстиции. Вы знаете, что такое ювенальная юстиция? Ювенальная юстиция гласит, что ребенок является собственностью государства, а не папы с мамой. И это серьезная проблема. А там, на Западе, в Европе, это уже давно имеет место, и вы, наверное, слышали по телевидению вот эти скандалы с финскими, русскими, которые в Финляндии, у которых забирают детей, приходят и отнимают только потому, что ребенок плачет или потому, что ребенок полный. Ребенок полный, пришли у мамы, забрали ребенка, потому что она его неправильно кормит. Это до чего мы доходим? Сегодня дети это очень тонко чувствуют, и в той стране, в которой я жил, я сам был свидетелем ситуации, когда папа не дал сыну 200 этих шекелей на дискотеку. Ребенок позвонил в полицию, сказал: «Папа меня избивает». Папу приехали, забрали, посадили на 15 суток. И в следующий раз папа подумает, дать своему сыну 200 шекелей на дискотеку или не дать. Потому что штраф, который он заплатил за этот звонок, был гораздо дороже. Сегодня мы стоим перед очень серьезной семейной проблемой. Люди перестали верить в то, что семья счастливая, возможно. Они перестали воспитывать своих детей, они перестали бороться за свое семейное счастье. Я, конечно, не говорю о всех. Я не хочу всех под одну гребенку, я лишь хочу осветить проблему, на которую нельзя не обращать внимания. Итак, наша программа ставит перед собой цель, чтобы люди поверили, что семейное счастье – реальность, чтобы люди увидели перспективу достижения этой цели, а не просто семейные проблемы и затруднения, которые, на которые только лишь могут они обращать внимание. Они сегодня смотрят на свою семью и не видят, где же выход, где же решение. А мы хотим, чтобы люди увидели перспективы и увидели свои возможности, а не только проблемы. Мы с вами вчера говорили на очень важную тему, тема, которая была одной из ключевых в нашей программе. Мы с вами говорили о том, как строится общение между мужем и женой, каким оно должно быть, какие принципы этого общения и что такое общение вообще. И вам было предложено вот это сухое академическое определение. Что такое общение? Общение – это процесс передачи и получения информации. Казалось бы, очень просто и кратко, но за этим простым, сухим определением есть очень много смысла. Почему? Потому что общение – это
передача информации. Вот сегодня я стою здесь, я вам передаю информацию. В чем заключается моя задача? Моя задача состоит в том, что то, что я говорю, до вас что? Дошло. И я стараюсь, я вот сделал программу, в смысле слайды вам показываю, что-то там написано, какие-то мысли высказываю. Моя задача, чтобы то, что я говорю, до вас дошло. У нас есть некое общение. А ваша задача какая? Чтобы то, что я говорю, до вас дошло. То есть, чтобы вы могли это принять. Между мужем и женой стоят те же самые задачи. Потому что один должен думать, как донести информацию, чтобы другой понял, а другой должен прикладывать усилия для того, чтобы понимать, что же ему хотят сказать в тот или иной момент. Почему? Потому что общение – это важное условие семейной жизни. Брак для того и существует, чтобы муж и жена могли общаться между собой. И когда общение неправильно построено, когда люди не знают принципов этого искусства общения, они не могут избежать проблем. Почему? Потому что когда они общаются таким образом, что не понимают друг друга или понимают без понимания. Помните, вчера мы с вами говорили, что такое понимание без понимания? Понимание без понимания – это когда человек домысливает, додумывает мотивы поведения другого человека, своего супруга. Почему он так поступил? Почему он не купил цветы? Почему он сегодня не сказал мне или не поцеловал меня в щечку, когда уходил на работу или когда пришел? Что произошло? И человек начинает додумывать, а что там было? А, наверное, он меня перестал любить. Почему такой вывод? Кто давал право так думать? Ведь вы не поговорили, вы не выяснили, в чем была причина того или иного события, которое случилось в вашей семье. Мы с вами в прошлый раз говорили вчера, что есть несколько этапов или типов общения. Есть бытовой тип общения, а есть личностный тип общения. И вот личностное общение обязательно должно иметь место в жизни мужа и жены, потому что именно это общение делает семью семьей. Почему? Потому что бытовой уровень – это тот уровень, когда муж и жена могут разговаривать друг с другом, но только на какие темы? В каком ключе? Они могут разговаривать на бытовые вопросы, кто пойдет в школу, кто вынесет мусор, кто пойдет в магазин, надо купить сапоги, надо отремонтировать автомобиль, надо купить квартиру, надо учить детей, надо идти на работу и так далее, я заболел, надо купить лекарства. Если только об этом, это единственное, что обсуждают супруги, это называется бытовой круг общения, и он не делает мужа и жену семьей. Это просто два партнера, которые решают свои бытовые проблемы. Нам необходимо иметь личностный тип общения или уровень общения, который состоит в том, что люди свои идеи, мнения, чувства, эмоции передают друг другу. Они раскрывают перед другим человеком свой внутренний мир, свою душу, они пускают туда другого. Сегодня многие люди живут закрытыми друг от друга. Не лезь ко мне. И когда кто-то кого-то спрашивает, что у тебя на душе, если это редко было, если это не было нормой жизни, а если это вдруг ни с того ни с чего, другой человек даже начинает удивляться. А что такое? Что-то необычное. Наверное, чего-то хочет. Она, наверное, хочет узнать, где моя заначка. Или ей что-то надо, что-то она задумала. Такое. Может быть, такая реакция. Если люди отвыкли общаться друг с другом, а друг друге, могут быть даже вот такие, такая реакция на попытку личностного общения. Когда супруги без опаски облекают свои чувства, мысли, мечты в слова и жесты, прикосновения, мимику определенную, вот тогда есть семья, тогда они близки. Потому что близость между мужем и женой начинается именно с этого уровня общения, и по-другому быть просто не может. Если муж и жена докатились до того, что с годами их уровень общения вот изменился с личностного на бытовой, то это два человека, которые просто чужие друг другу, но живут под одной крышей, едят на одной кухне и спят в одной кровати, если еще спят в одной кровати. Потому что бывает так, что со временем они уже даже это перестают делать. И в этом случае нужно сказать, что семья испытывает серьезные потрясения, она является группой риска к тому, чтобы эта семья разрушилась, по крайней мере, если не официально, с печатью в паспорте, что ты разведен, то по факту, по жизни это будет именно так.
Мы с вами говорили также в прошлый раз, последнее, что мы вспомним из предыдущей темы, что самая распространенная ошибка людей состоит в том, что они пытаются решать свои проблемы семьи в состоянии разорванных отношений. И те, кто были в прошлый раз, они понимают, о чем идет речь, потому что если муж и жена не умеют личностным образом общаться, или тем более, если совсем недавно произошел какой-то конфликт или огорчение между ними, если они не вышли из этого конфликта, если они не примирились, но пытаются при этом решить проблемы насущной жизни, то во что это выливается? Решение проблем насущной жизни выливается в очередной что? В очередной тупик или в очередной конфликт, который ведет к тупику. Потому что если муж и жена в состоянии конфронтации, противления, если они становятся соперниками друг другу, то даже вопрос, кто понесет мусор, станет очередной проблемой, потому что они не смогут договориться. Один конфликт стимулирует другой, другой конфликт питает третий, и так этот снежный ком набирает обороты, пока не заводит семью в тупик, из которого, кажется, нет выхода. Поэтому никогда нельзя решать проблемы семьи в состоянии разорванных отношений. Нужно сначала наладить отношения, а потом уже решить, кто понесет мусор или кто пойдет в магазин. И вот когда они восстановят отношения, у них, конечно, будет гораздо больше шансов решить и свои семейные проблемы. Это была прошлая тема. Я что-то так много времени потратил на ее воспоминания. Зря, наверное. Ну ладно, теперь мы приступаем конкретно к сегодняшнему материалу. Итак, наша тема называется «Современная семья – это дуэт или дуэль?». И нам предстоит ответить на этот вопрос, вернее, не нам, а вам, потому что вот это название можно перефразировать, по-другому назвать можно нашу тему. Ваша семья, если вы имеете семью, ваша семья – это дуэт или дуэль? На что сегодня больше похожа ваша семья? На дуэт или на дуэль? Ответьте на этот вопрос для себя, потому что он важен. За то время, что вы вместе живете, во что вы превратили свой дом? В поле битвы? Или, может быть, вы превратили свой дом в уголок мира и понимания или согласия. Может быть, и то, и другое. Может быть, сегодня в ваших домах вытачиваются образные, так сказать, символические ножи, непонимание, обид, и время от времени выпускаете их в ход, чтобы уколоть побольнее своего супруга. Или, может быть, вы прилагаете усилия для того, чтобы изменить свою ситуацию в семье, наладить отношения. Что сегодня творится в наших с вами домах? Нам необходимо принять осознанное, решительное, или не решительное, а принять осознанное решение сделать свой дом обителю мира, понимание. Но для этого нужно будет, конечно, потрудиться. Посмотрите на этот слайд. Вот две блохи, или кто там, не знаю, не разбираюсь, что это за такая букашка. Но посмотрите на их положение. Вот взглянув на них, что вы можете сказать? Что это такое? Какие-то две блохи или две букашки, они, наверное, очень маленькие размером. Не знаю, что это за зверьки такие, вернее, насекомые. Но, хотя они очень маленькие, но вы ощущаете, что за их позой, в которой они стоят, в перспективе можно увидеть, что скоро должно разыграться нешуточное сражение. Смотрите, сколько достоинства каждый из них из себя представляет. Они серьезно имеют намерение. Если они вступят в схватку, то, конечно, места будет мало всем, и малым, и большим. Даже вот эти маленькие живые существа в какой-то момент могут вступить в самое серьезное противостояние огромных масштабов. Что тогда уже говорить о людях, которые действительно хоть что-то из себя представляют? И они тоже могут при всем своем достоинстве и самоуважении, самовлюбленности могут такие вещи делать, которые даже в животном мире восприняты были как нечто страшное. Сегодня маленький конфликт может превращаться в огромные
баталии. Сегодня маленькая проблема семьи может привести к тому, что люди окажутся в зале суда и услышат, что они разведены и больше не являются мужем и женой. Держитесь ли вы сегодня за своего супруга или супругу примерно так, как вот мы видим с вами на этом слайде? Что мы видим с вами на этом слайде? Мы видим с вами, как два человека, дуэт, муж и жена пытаются кататься на коньках. У них это плохо получается, они не умеют это делать, но не в этом суть, правда? Они вместе, они пытаются кататься, помогая друг другу. Ваша семья – это вот такой дуэт, или, может быть, это вот такая дуэль? Скажите, чем вот этот слайд отличается от предыдущего, от этого? Есть, найдите отличия вот этого слайда и вот этого. Какие отличия вы можете обнаружить в этих двух картинках? Здесь они движутся друг за другом в одном направлении, правда? И вот этот слайд – очень хорошая иллюстрация понятия, что такое брак, что такое замужество. Муж – глава, жена – замужем. Она сейчас где в буквальном смысле? Ее положение где? Она замужем, правда? Она движется замужем, они вдвоем помогают друг другу, пусть коряво, пусть не очень умеючи, но движутся в одном направлении. Мы с вами в семьях своих тоже по жизни должны двигаться именно так. Отличие этих двух картинок в том, что в предыдущем дуэте нет в руках чего? Если бы вот этим людям дать в руки мечи, смогли бы вот так они кататься? Потому что у них бы руки были заняты, правда? Они бы не смогли этого делать. Но у этой женщины вместо меча что в руках? Она мужа держит в руках. А эти ребята, может быть, это игра какая-то, но они в руках держат оружие, пусть даже шуточное. Но в семьях наших многие люди могут заниматься нешуточными сражениями. Почему? Потому что бывает так, что вместо того, чтобы держаться друг за друга, муж и жена в процессе жизни, узнавая друг друга, узнавая слабые и сильные стороны своих супругов, они могут использовать это друг против друга. Потому что бывает так, что муж знает, что больнее всего для жены, или жена узнала, что больше всего, от чего больше всего страдает муж. И в какой-то критический момент, кризисный момент, что происходит? Это знание о слабой стороне своего супруга будет использовано против него. Нам необходимо сменить намерение, настрой в отношениях друг к другу и сменить принципиально, а не просто в некоторых деталях. Мне сегодня хочется вам предложить библейский взгляд на вопросы мира, мирного сосуществования, если хотите, мирных отношений, и что Библия говорит о мире и вражде. И это очень интересные высказывания. В Библии очень много этих высказываний, но они отличаются от многих других высказываний о мире тем, что Библия не просто красиво формулирует свои мысли, а то, что она говорит, это реально работает. Вот, например, в книге притчи, это в Библии есть книга притчи, в 17 главе написано, автор этих слов – премудрый Соломон. Премудрый Соломон – великий царь истории. И многие историки, и не просто историки, а люди, читая его мысли, восхищаются его мудростью. И вот премудрый Соломон вот что говорил о конфликтах, раздорах и ссорах. Он говорил: «Начало ссоры, как порыв воды, остав ссору прежде, нежели разгорелась она». Обратите внимание, что автор сравнивает ссору с чем? С порывом воды. Он сравнивает ссору с некой, как некой катастрофой природной, да? С неким стихийным бедствием. Может быть, он сам в своей жизни был свидетелем того, как наводнение сметает на своем пути все, что там встречается. Если это дома, то дома, если это постройки, это постройки, если это деревья, все вода. Помните, в прошлом году была трагедия в Крымске, когда наводнение унесло сотни жизней, когда волна шла, и она сметала на своем пути все. Есть еще кадры, вы можете в интернете найти, когда в 2004 году было в Азии, было землетрясение, когда цунами пошло, когда затопило
многие тысячи, сотни тысяч людей погибли. Вода – это страшная сила. Соломон сравнивает ссору с вот подобным стихийным бедствием. Почему он это делает? Потому что ссора делает с нами то же самое, что с этой землей делает стихийное бедствие от воды. А вода разрушает, если она выходит из-под контроля. Ссора разрушает не снаружи, как вода разрушает постройки и дома. А ссора разрушает где? Она разрушает внутри. Если бы можно было заглянуть в душу человека, который пережил ссору или конфликт, вы бы увидели там разрушение. Потому что ссора, она вот такая, она разрушает. Или другой пример. Может быть, вы когда-нибудь в жизни переживали событие, когда дома лопается труба водопроводная, и вода начинает хлестать, или кран прорвало. Бывает такое? Вот давайте мы себе представим, что вы стали свидетелем или вот оказались в этой ситуации. У вас прорвало кран, вода хлещет. Чем вы будете заниматься в первую очередь, когда увидите, что есть серьезная течь, и вода заливает вашу квартиру? Что вы будете делать в первую очередь? Правильно, вы не будете отчерпывать воду, потому что черпать воду бесполезно до тех пор, пока не устранена течь. В первую очередь что нужно сделать? Нужно устранить течь, а уже потом что? Разбираться с последствием этой течи. Нечто подобное говорит Соломон. Он что говорит? Поскольку ссора – это вещь, которая может стать неуправляемой, а сила ее разрушения такая же, как от стихийного бедствия, то что он говорит? Он говорит, оставь ссору прежде. То есть, заткни, или как это, может, неправильное слово, устрани течь. И если вы оказались в ситуации, когда у вас дома рвется труба, вы согласны с тем, что вы все дела свои бросите? Вы, если варили суп, вы бросите это. Или если вы занимаетесь каким-то другим делом, вы бросите это дело. И что будете делать? Вы будете затыкать эту течь. Если сравнить труд человека, который пытается устранить течь, с тем человеком, который стоит на пороге ссоры, если бы тот, который стоит на пороге ссоры, сумел заткнуть эту течь, а что течь? Что течет, когда ссора начинается? А из тебя течет все то, что там внутри есть. И порой так оно начинает течь, что не заткнуть. Соломон говорит, дашь слабину, позволишь себе резкость, грубость, унизить кого-то позволишь себе, потом не остановиться. А в ответ ты услышишь примерно то же самое, и что начинается? Начинается стихийное бедствие. Но не только снаружи, потому что ссора может закончиться чем? Дракой. И будет бедствие не только внутри, но и снаружи. Но ссора разрушает не только снаружи, но и внутри. Она выхолащивает человека. Один раз позволит муж ударить свою жену, один раз в жизни позволит себе это сделать, и в следующий раз ему будет сделать это гораздо легче, чем первый. Один раз жена позволит себе унизить своего мужа, и в следующий раз ей будет гораздо легче это сделать, чем первый раз. Вот такова природа вот этого явления, о котором мы с вами сейчас говорим. Ссора, конфликт, раздор. Дашь слабину, прорвет полностью трубу. Если начало течь, нужно что сделать? Течь устранить, и этим самым вы сохраните свои отношения. Но парадокс в том, что если в трубу прорвало, каждый нормальный человек бросится устранять течь. Но не каждый, стоящий на пороге ссоры, занимается тем же самым. То есть не каждый будет трудиться, чтобы удержаться от необдуманных слов или поведения. Я уже показывал вам этот слайд, еще раз покажу, потому что он очень правильный. Брак и его узы – либо величайшее добро, или величайшее зло. Середины нету. Так говорил Вольтер. И он прав, потому что брак либо приносит человеку счастье, либо горе. А когда посередине, то есть как у всех, это тоже плохо, потому что люди живут вместе, не будучи близкими и родными, а просто как сожители. Семейные конфликты очень болезненны не только для мужа и жены, но и для детей. И мы уже с вами говорили эту мысль, но я не поленюсь ее повторить, потому что она очень нужная в данном случае.
Почему детей затрагивают конфликты их родителей? Потому что, когда дети видят, как мама с папой ругаются, когда они видят, как они кричат друг на друга, когда они видят лицо папы и мамы в этом разговоре, их лица, вернее, когда они слышат интонацию голоса, скрежетание зубов, то вы думаете, это на них никак не влияет? Ведь дети – существа ранимые, они впитывают в себя все то, что видят от своих родителей. И они учатся у родителей ругаться, но не учатся у родителей, как примиряться. С самого детства они не видят примера, потому что папа, который обидел маму в присутствии сына, если и попросит прощения у мамы за то, что сделал, то обязательно в отсутствии сына. Ругаются они в присутствии детей, а мирятся всегда, если мирятся, чаще всего наедине. И дети видят, как они поругались, а потом они видят, что родители снова, как ни в чем не бывало, общаются между собой. Они не знали, не видели, что папа с мамой, у них был разговор, что они общались, что они выяснили отношения, примирились, простили, теперь они живут дальше. Родители этого не видели, это было за кулисами. И они учатся у родителей ругаться, но не учатся у них мириться. Я бы советовал родителям, которые позволяют себе ругаться на глазах у детей и миритесь, чтобы они были этому свидетелями. Конфликт – это не вопрос двоих, он часто затрагивает детей. И есть в народе такая поговорка, может быть, она не совсем корректно сформулирована, но тем не менее я ее скажу. В народе есть поговорка: «Воспитывай жену без детей, а детей без людей». Очень правильно сказано. Ну, может быть, слово «воспитывай» – муж не должен воспитывать жену, это мы уже с вами об этом говорили, не буду повторяться. Но выясняйте отношения друг с другом как? Без детей. А детей воспитываете как? Без людей. Потому что бывает так, что в обществе ребенок ведет себя нехорошо, и что мама делает или папа? Как влепит ему по одному месту. И говорит, ну, или он по-другому говорит, придем домой, и ты у меня получишь. Детей нужно воспитывать не так, а совершенно иначе, как примерно в этой пословице, о которой я сказал, говорится. Итак, Библия очень много говорит о мире. Бог желает, чтобы в домах наших был мир. И миру, это добрым отношением, в Библии очень много посвящено места. Бог дарует нам этот мир. Он говорит, живите в мире, и я вам буду помогать жить в мире, потому что у вас не всегда это получается. Еще одна цитата из Священного Писания, которая говорит о нашей теме. Тоже премудрый Соломон в 17 главе книги Притч говорит: «Лучший кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором». Давайте мы потрудимся вместе и получим или сделаем одно важное задание. Поразмышляем над этим выражением. «Лучший кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором». Вы согласны с этим выражением? Согласны? Правильно сказал человек? Ну, потому он премудрый Соломон, потому что правильные вещи говорил. Если мы с вами согласны с этим выражением, то ответьте на вопрос. Что на первом месте в этом высказывании? Материальные вещи или вещи духовные, то есть, так скажем, душевные? Что на первое место поставил Соломон в этом высказывании? Лучший кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота и при ним раздор. Что на первое место премудрый Соломон ставит в своей жизни и предлагает и нам поступить так же? Что для него первое степенной важности, материальное или душевное? Мир, да? Вы согласны с этим, все здесь присутствующие? Что на первом месте у этого человека? Он говорит, что лучше кусок хлеба сухого, и при этом счастье, мир и понимание в семье, правда? Нежели чтобы у тебя все было, дома трехэтажные, коттеджи, машины, пароходы, как там, да. Но при этом в доме было неизвестно что. А ведь посмотрите, что сегодня наше общество, при всем том, что оно может теоретически согласиться с этой фразой, оно живет совершенно по другим принципам. Что сегодня общество говорит? Если бы сегодня современный человек писал нечто подобное, он бы написал так. Лучше много вкусного хлеба, и не важно, что там дальше. Пусть даже с раздорами.
Может быть, человек прямо так не скажет, но посмотрите, как сегодня живет наш город или наши люди. Они с утра до ночи что чем занимаются? Они работают, и правильно, работать надо. И это никто, никуда это не деться. Они должны работать, да, чтобы прокормиться, это верно. Но, а как же мир? Ну, хлеб заработали, ладно. Ну, а что дальше? Если человек трудится много для того, чтобы кусок хлеба насущного заработать, то неужели он не должен столько же трудиться, чтобы мира достичь? Но у людей сегодня говорят, я не могу трудиться ради мира в своей семье, я могу трудиться ради хлеба, для того, чтобы моя семья была сытая. А вы посмотрите, что сегодня творится в семьях богатых, успешных людей. Во что превращаются их дети? Почему дети богатых людей выпрыгивают из окон? Почему? Потому что ценности поменялись. Сегодня люди... их вынуждает эта жизнь или этот мир, или какие-то неведомые нам силы, вынуждает жить по другим принципам. Сначала хлеб насущный, и чтобы много и вкусно, а мир или вражда как-то слюбится, как-то стерпится. Сегодня дети богатых людей воспринимают своего папу как денежный мешок, потому что иначе он не может его воспринимать, потому что он не видит своего папу, папа с утра до ночи, его нет, он бизнесмен или он кто там, я не знаю. Ну, ребенок понимает, что у папы есть деньги, поэтому он имеет с ним отношения. Но папа не был папой, он не воспитывал ребенка, он не давал ему примера, он не учил его ничему. А потом он думает, папа думает, как же так, что мой сын выкинулся из окна? Почему так получилось? Не потому ли, что ценности изменились, что материальное стало на первом месте, и этому уделяется внимание, и правильно, этому надо уделять внимание. Но надо уделять внимание тому, чтобы строить свою семью. Вместо нас никто этим заниматься не будет. Соломон говорит, что для него мир дороже хлеба. Может быть, поэтому он был самым богатым человеком в истории. Соломона считают одним из самых богатых людей, самых богатых царей в истории. Богатство Соломона, о них легенды ходят. Но для него не было это основным. Из этих слов следует, что мир и душевные, духовные вещи были для него главными. Именно потому он и стал самым богатым человеком. Это парадокс в том, что тот человек, который гонится за хлебом, за длинным рублем, он его чаще всего и не имеет. А тот, кто достигает других, более важных ценностей, имеет и то, и другое. Вот такой парадокс. «Да будет мир в стенах твоих, и благоденствие в чертогах твоих». Бог этими словами желает каждому человеку мира. И хочется присоединиться к этому пожеланию и сказать всем, кто здесь присутствует, берегите свои семьи, свои дома, храните тот мир, который еще остался. Прилагайте усилия для того, чтобы развивать понимание и общение друг с другом. Заделывайте вот эту течь своих семейных отношений. Заделайте всякую течь, пока еще не поздно. Разбейте все старое, как мы вчера говорили о зеркалах. Разбейте все старое, все старые принципы отношений. Простите прошлое. Поговорите о новых отношениях. Боритесь за мир между собой. И, казалось бы, это просто лозунги, это просто красивые слова. Почему? Потому что возникает вопрос, как это сделать? Как за это бороться? Как достигать мира? И действительно... это не праздный вопрос, потому что наша программа, она отличается от всех других тем, что она не просто говорит, как делать, она еще кое-что говорит, чего вы больше нигде не услышите. Вы пойдете к психологу, к семейному, и может быть, то, что я сегодня вам говорю, это обязательно верно, потому что это не я говорю, и это не я придумал, так в Библии сказано. А Библия все испытания свои прошла. Но когда вы пойдете к психологу, может быть, я не знаю точно или нет, но может быть он даст вам правильный совет и скажет, как вам поступить. Но он не может дать вам силы поступать так, как он вам скажет. А наша программа говорит не только, как правильно поступать, она указывает на источник силы, которым человек может воспользоваться для того, чтобы решить свои проблемы. Как это делать? Как решать свои семейные проблемы? Вот вам ответ. Псалом 118-й.
книга Псалтырь, это в Ветхом Завете в Библии сказано: «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Не правда ли вот именно эти слова объясняют причину отсутствия мира во многих семьях и указывают путь решения проблем? Еще раз прочитаем. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Мир у кого? Кому нет преткновения? Тем, кто любит закон Божий. Но ситуация сегодня в обществе складывается такая, что люди даже не знают 10 заповедей. Вы спросите у человека: ты заповеди знаешь? Да. Как? А ну назови. Не убей, не кради. Ну, вот как-то так. Но не убей – это не первая заповедь. Вы знали об этом? Это 6-я заповедь. А что было до нее, кто скажет? Люди сегодня не только не любят закон Божий, они его не знают. И с этим тоже нужно что-то делать. Невежество народа в вопросах закона Божьего – это проблема, по которой у нас нет мира. Ни в народе, ни в стране, ни в домах наших, ни вообще во всем мире. Люди не знают закон Божий. А если бы люди знали закон Божий и исполняли его, если бы они читали Слово Божие, если бы они вопрошали к Богу за помощью, то мир был бы другим, наши взаимоотношения были бы другими. «Тому нет преткновения», говорит этот псалом, «кто любит закон Божий». Что значит слово «преткновение»? Преткновение – это когда человек, знаете, как ребенок бежит к маме или к папе, на всех парах бежит, скорее хочет, и вдруг что происходит? Где-то запнулся за что-то, перецепился и об асфальт, и что? И локти, и коленки, и лоб позбивал, счесал, и плачет. Вот этот человек приткнулся. Нет преткновения тем, кто соблюдает закон Божий. Потому что мы в своей жизни, в своих семьях бежим в этом бешеном ритме. Мы спотыкаемся и иногда бьемся друг об друга. Муж об жену начинает скандалить и набивает себе шишки, раны. И все почему? Потому что люди в своих семьях устанавливают свои собственные законы, вместо того, чтобы прибегнуть к Божьему закону. Божий закон, напротив, он никогда не станет причиной преткновения. Он приводит к миру. Так написано в этом высказывании. Теперь мы с вами более детально коснемся самого явления или самого понятия конфликт. Что такое конфликт? Вот я вам предлагаю общественное мнение о конфликте. Конфликт – это взаимное несогласие, ссора, оскорбление, крик, обвинение. Ну, конечно, трудно не согласиться с этой формулировкой, потому что она взята из светских источников, общественных. Так люди понимают, что такое конфликт. Конфликт – это взаимное несогласие, ссора, оскорбление, крик, обвинение. Конечно, все перечисленное из этого определения действительно можно назвать конфликтом. Но на самом деле это не полная формулировка. На самом деле эта формулировка скрывает очень важные вещи о конфликте, которые нам нужно знать. А многие люди этого не знают. И в этом тоже есть проблема. Потому что конфликт – это гораздо более широкое понятие. И проблема состоит в том, что конфликт не всегда может сопровождаться оскорблением, криком, обвинением, ссорой и тому подобное. Конфликт может протекать даже тогда, когда люди не ругаются, не кричат, не оскорбляют, но все равно переживают конфликтное состояние. И если мы с вами не знаем, что такое конфликт в полном смысле этого слова, то это означает, что иногда мы попадаем в конфликт с женой или с мужем. А поскольку мы не знаем, что это такое, мы даже не знаем, что мы в этом конфликте оказались. А если мы не знаем, что мы в конфликте оказались, как мы будем понимать, что нам надо выбираться из него, тем более правильным образом? Если люди не знают, что они в конфликте, то они не могут из него выйти. Они думают, что конфликт – это вот когда начинают кричать и ругаться. Нет, это последняя фаза конфликта. А конфликт начинается раньше. Конфликт – это нечто более широкое понятие. Когда случается то, что люди друг друга обижают, но не высказывают это сразу, когда они это, как говорится, накапливают в своей душе, то в душе накапливается что-то серое, черное, ненужное, гнетущее, которое рано или поздно прорвется и будет выражено в чем? Ну вот в этом.
А теперь мы давайте коснемся настоящего определения, что такое конфликт, что это есть на самом деле. Конфликт – это различие во мнениях или намерениях, которые расстраивают чьи-либо планы или желания. Вот это определение гораздо более точное. Конфликт – это не обязательно крик, ссора и оскорбление. Конфликт – это различие во мнениях или намерениях, которые расстраивают чьи-либо планы. Само разномнение или различие во мнениях не всегда бывает конфликтом. И наличие разномнения у мужа и жены – это нормально, потому что жена не обязана смотреть глазами мужа на какие-то вещи или события. У нее может быть свое мнение. Разномнение мужа и жены – это еще не конфликт. Конфликтом это начинает быть тогда, когда данное разномнение привело к чему? К тому, что чьи-либо планы и желания не были реализованы. Я вам приведу пример. Муж ждал всю неделю выходных. Пришли выходные. И он с таким упоением утром рано проснулся, еще жена спит. Он пошел и начинает собираться на рыбалку. Он собирает удочку, он с таким упоением это делает, крючочки, наживка. Он мечтал так, он так устал на работе на своей. Он хочет отдохнуть. Ему хочется куда-то поехать, да. И вот он готовится, он раскладывает снасти, собирает удочку, собирает вещи, одежду, в холодильнике где-то бутерброд делает. И в этот момент проснулась жена, приходит и говорит: «А ты это как? А ты чего здесь это?» А он говорит: «Да я вот на рыбалку хотел бы как-то». Он говорит: «Как на рыбалку? Почему на рыбалку? Мы же с тобой сегодня должны ехать к маме, к моей». «Ну да, я понимаю, конечно, что тебе на рыбалку гораздо приятнее, чем к маме, потому что это ж моя мама, не твоя. И я уже давно знаю, что ты ее недолюбливаешь, и для тебя рыбалка важнее, чем моя мама». Муж, конечно, понял, что сопротивление бесполезно. Вот. Что рыбалка отменяется. И, не сказав ни слова, он говорит: «Ну ладно, к маме, так, к маме». Задвинул свои удочки, свои снасти. Едут они к маме. Жена счастлива. Она победила. Она думает: «Надо же как-то, я же его не без крика, без ругани, вот, без скандала едет к маме, это что-то, это в лесу что-то сдохнет. Я же его не заставляла, он сам согласился ехать к маме». Она думает, что она победила. Она едет к маме с радостью. А с чем едет муж к маме, к теще своей? С каким настроением? Что там у него? Он не сказал ни слова. Но с чем он едет? Он едет с мыслями о рыбалке и с огорчением, что эти планы не были реализованы. Скажите, они не поругались, они не поссорились, но был конфликт или нет? Почему? Почему конфликт случился? И в чем было неверно поведение и одного, и второго? Конфликт случился, потому что намерения жены расстроили планы и желания мужа. Он хотел на рыбалку, а в результате оказался у мамы на пирогах. И, конечно, с таким настроением он приедет к маме, ну, еще мама там подольет пару ласковых слов о зяте, и все. И уже... Какая была проблема? Проблема была в том, что муж не сказал о своих переживаниях и о своем отношении, а жена не спросила у него, а что, с каким настроением он едет. Она подумала, что она победила, он согласился без всяких, как скажем, уговариваний, он просто сел и поехал молча. Но как он поехал, она не удосужилась у него спросить. И если в этот раз он промолчал, то когда придут следующие выходные, он снова будет собираться на рыбалку, жена снова придет и скажет: почему на рыбалку поехали на базар или там поехали там в супермаркет, что он ей скажет? В этот момент уже он вряд ли сможет сдержаться и промолчать, и он скажет: подожди, почему, какой супермаркет? Я сказал на рыбалку. И жена будет огорчена, а он будет
А в результате окажется так, что они оба будут в печали, потому что тот конфликт, который начался неделю назад, рано или поздно приобретет свою явную фазу в виде ссоры и скандала. Я хочу вам сейчас сказать о очень важной точке, мимо которой нельзя проходить в семейных отношениях. Что это за точка? Точка, когда муж собирается на рыбалку, а жена говорит к маме. Вот эта точка, когда были нарушены чьи-либо планы, она должна была быть обсуждена. Жена и муж должны были поговорить. Жена должна была сказать, что да, я понимаю, что ты хочешь на рыбалку, но давай сделаем вот так. Мы обязательно запланируем на следующую неделю другой вариант совместного времяпрепровождения. Она должна была сделать все для того, чтобы компенсировать его расстроенные планы и желания. Они должны были поговорить, но ошибка их была в том, что жена не спросила, а муж не сказал. Он сохранил это внутри, мы еще чуть позже коснемся этого момента. А она подумала, что и ладно, главное, что достигла своей цели. Конфликт уже начался, но они еще, по крайней мере, она не подозревает об этом. Поэтому конфликт – это разномнение, которое расстраивает чьи-либо планы и желания. Если в ваших отношениях планы хотя бы одного из супругов страдают из-за вашего предложения, нельзя идти дальше. Нужно остановиться и этот момент обсудить. Вот это важная точка, которая поможет избежать многие конфликты и решить конфликты. Если бы они сели и обсудили эту проблему в момент, когда принимали решение ехать к маме, и поехали все равно к маме, но муж уже мог поехать совершенно с другим отношением к этой ситуации. Они не обсудили в этот момент. А это означает, что конфликт начался, и он выльется в конкретную ссору и проблему. Библия много говорит о причинах конфликтов. Вот даже вот этот слайд, который вы сейчас видите, он может красноречиво рассказать причину конфликтов. Почему люди ссорятся дома, в своих семьях? Вот по этой же причине. Они что-то делят, они пытаются чего-то своего достичь, они хотят ухватить какой-то кусок пожирнее для себя. Вот когда вот это происходит, конфликта не избежать, правда? Конфликт случается всегда именно в тот момент, когда каждый хочет достичь своей цели. Вот как об этом говорит апостол Яков, апостол Иисуса Христа. Он говорит следующие слова. «Откуда же у вас эти раздоры и стычки?» Он задает вопрос, в чем причина конфликтов и ссор и раздоров? «Не от прихоти ли ваших, что порабощает вас и сталкивает друг с другом?» Итак, что является причиной конфликта? Давайте остановимся. Стычки и раздоры стимулируются прихотями, похотями, эгоизмом. К примеру, жена хочет внимания, а муж хочет покоя. Если каждый из них будет тянуть на себя, если каждый из них будет достигать своей цели, чем это кончится? Жена хочет общения, внимания со стороны мужа, а муж хочет покоя, отдохнуть после работы. Если каждый из них будет стремиться достичь своего, чем закончится? Конфликтом. Обратите внимание на две основные мысли вот этих слов. Дальше мы читаем. Вы все время чего-то хотите, а не получаете. Смертельно завидуете, а все не можете достичь желаемого. Отсюда ваши ссоры и стычки. Потому и не удается вам ничто, ведь вы не просите у Бога помощи. Основные идеи вот этого высказывания. Желания и похоти человека сталкивают его с другим. И еще одна мысль этого выражения. Смотрите. Вы хотите, а не получаете. Когда человек хочет, а не получает, это какое состояние? Это состояние неудовлетворенности, правда? Человек хочет чего-то, но не достигает желаемого. Он не удовлетворен. Когда человек не удовлетворен, когда он не получает чего-то, он иногда не брезгует пойти на конфликт, на вражду. Неудовлетворенные люди враждуют гораздо чаще. И наоборот, удовлетворенные люди ссорятся гораздо реже. Когда люди стремятся достичь только своих целей в семье, они обязательно будут причинять друг другу неприятности. Вот как вот этот баскетболист засунул...
Может быть, он не специально, но каждый из них борется за свою цель, да? И вот когда люди во что бы то ни стало, чего бы то ему ни стоило, борются только за свое, они обязательно будут причинять друг другу вот нечто подобное, какие-то неприятности, неудобства, неудовлетворенность, и это будет опять выражаться в каких-то их стычках и конфликтах. Не надо ковыряться друг у друга в носу. Не надо бороться друг с другом. Надо стремиться удовлетворять потребности друг друга, тогда меньше будет ссор. Иаков говорит: из-за того, что вы хотите, но не имеете, вы завидуете, не можете достичь, отсюда ваши ссоры. От неудовлетворенности, потому что муж и жена перестают удовлетворять потребности друг друга. Они боятся это делать. Сядет на шею, свесит ноги и будет ехать на мне. Люди перестали доверять друг другу, в этом проблема. Мы уже с вами видели этот слайд, но брак – это не борьба за свои права. Семья – это не место, где мы можем бороться за свои права. Надо бороться за свои права в любом другом месте, но только не дома. Там эта борьба неуместна. Супруги являются союзниками, а не соперниками в браке. Достигайте удовлетворения от своих потребностей вместе, а не поодиночке, не самостоятельно и только ради себя. Тогда будет гармония. Кто сильнее, тот и прав. Не работает этот принцип дома. Он может работать там, но не здесь. В домах так быть не должно. Еще некоторые причины конфликтов, которые могут случаться. Не только эгоизм, не только неудовлетворенность, отсутствие общения. А еще могут быть причинами конфликтов различия между мужем и женой, их особенности. Муж и жена отличаются друг от друга даже физиологически. Вот вам предлагается мозг женщины. Мозг женщины, так же, как и мужчины, впрочем, состоит из двух полушарий. У женщины, как правило, больше развито какое полушарие? Правое полушарие – это эмоции, а левое полушарие – это анализ. Все верно. И вот у женщины правое полушарие развито больше, чем у мужчины. Вот. Она более эмоциональна. Но ее особенность состоит в том, что женщина использует свой мозг или свои полушария своего мозга одновременно. И правое, и левое. Она может одновременно чувствовать и мыслить. Вот такое уникальное создание женщина. Она сразу может делать два дела. Она может варить борщ и чувствовать какие-то эмоции при этом. Мужчина так не может. Он либо думает, либо чувствует. Вот. И хочется добавить, что эмоциональная сфера у женщин развита больше, чем у мужчин. Весь мир, события, факты, людей женщины воспринимают через призму чувств. Поэтому они больше говорят и чаще плачут. Так они снимают эмоциональное напряжение. Поэтому у них гораздо реже случается инфаркт. Вы знаете, почему мужчина 40 лет, дожил до 40 лет, инфаркт и все, и готов? Знаете почему? У женщины инфаркт случается гораздо реже. Почему? Потому что она так устроена, она накопила какие-то эмоции, и она их обязательно должна выплеснуть. Нравится это мужу или не нравится, он даже иногда не понимает, с чего, с какой стороны пришла проблема. Но жена вот вылила и пошла, все, она вылила, она избавилась от своих эмоций, а вот он остался с ними, сидит и думает, что бы это значило. А она так устроена, она выплюснула и пошла. Если муж не дает ей возможности выплюснуть это, то, конечно, это будет сказываться на ее здоровье. У женщин инфаркт случается гораздо реже, потому что она нуждается в том, чтобы выплюснуть свои эмоции. Мозг мужчины устроен несколько иначе. Почему? Потому что левое полушарие – анализ, логика, интеллект. Правое полушарие – это эмоции, пространственное мышление. У мужчины левое полушарие развито гораздо сильнее. И мужчина не может использовать свой мозг одновременно и левое, и правое полушарие. Он использует их поочередно. Сначала левое, потом правое. Потом правое, потом левое. Он не может, как я уже сказал, одновременно чувствовать и думать. И кто-то подумает, ну, наверное, женщина получается умнее, чем мужчина, потому что она Юлий Цезарь такой в юбке, знаете, она сразу может несколько дел делать. Но на самом деле Бог усмотрел, чтобы мужчина использовал сначала одно полушарие, потом другое. Знаете, для чего? Потому что это повышает концентрацию. Мужчина, если он что-то думает, он уже думает это основательно. Женщина так не умеет. Она делает два дела, но если два дела делать сразу, то как это будет получаться? Поэтому женщины, не обессудьте, но мужчина умнее. Это я такое что-то сказал сейчас. Да.
Вот. И поэтому, поскольку левое полушарие у мужчины развито больше, то он не склонен к тому, чтобы высказывать свои эмоции сразу вот так, когда его об этом просят. Он носит это в себе, что приводит его к инфаркту, и 40 лет, и все, и пошел. Итак, существуют различия в эмоциональной реакции женщины и мужчины. И нужно сказать, что вот эта снова поговорка, о которой мы говорили, «муж – голова», говорят в народе, «жена – шея», это неверно, потому что если жена будет брать на себе роль шеи, то шею себе она как раз и свернет. Почему? Потому что думать, мыслить, анализировать, планировать и делать это сконцентрированно, серьезно и по-настоящему Бог поручил мужчине, а женщине Он поручил помогать мужу в этом. То есть Бог сделал так уникальное творение свое, что один человек призван, создан думать и управлять, и заботиться, а другой призван чувствовать. Поэтому жена не шея, а жена – это сердце. Она призвана чувствовать. И когда двое соединяются в одно, муж и жена, то получается, один чувствует, другой думает, и они дополняют друг друга, и учатся друг у друга чувствовать и думать, мыслить. Есть еще различия между восприятием мужа и жены в восприятии своего дома. Почему? Потому что женщина воспринимает свой дом как гнездо. В каком смысле? Она обязательно, если женщина попадает в дом, она обязательно там будет что-то делать. Она будет как-то его обустраивать, как-то наводить порядки, цветы будет расставлять. Поэтому, мужчина, если вы придете домой и очередной раз уколитесь кактусом, который не там стоит, где вам кажется, он должен стоять, ну не обижайтесь, это ваша жена так свое гнездышко обустраивает. Женщина воспринимает дом как гнездо, она постоянно будет там что-то в нем делать. И мужчина должен с этим смириться, потому что так должно быть. Но когда муж не замечает того, что жена устроительница дома, вот, и он пытается всякий раз улизнуть, не обратить на это внимание, ну, женщина иногда его хватает, видите как. И говорит, посмотри, как же, тебе разве не приятно, что происходит в доме? Муж должен чувствовать это настроение жены, потому что он должен понимать, любая женщина дома, она будет что-то делать. Она будет, мужчине все равно, где стоит эта тумбочка или стоит этот горшок с кактусом. А вот ей не все равно. Она будет искать лучшее место, пока не найдет. И иногда это тоже становится причиной конфликта, потому что муж не понимает, что женщина устроительница своего дома. А для мужчины, мужчина воспринимает свой дом совершенно иначе. Вот это хочу, чтобы женщины на это обратили внимание, потому что это очень важная мысль. Мужчина воспринимает свой дом как тихую гавань, где он может спокойно отдохнуть после трудового дня. Поэтому, когда он приходит домой, не стоит выплескивать на него еще у порога многочисленные домашние проблемы. Создайте для него в доме хотя бы в первый час атмосферу покоя и мира. Дайте ему возможность причалить к долгожданной пристани. Мужчина – это как судно, которое шло долгое время в океане, и оно шло в свой порт, и вот оно пришло. Оно еще не причалило, еще не бросило швартовы, а с берега уже жена чего кричит? А надо сходить в магазин, а надо вынести мусор, а сын двойку получил, а вот у меня сломалось тут, а вот тут у меня нету этого, а вот картошка кончилась, а вот у меня на работе такие проблемы. А он еще не пришел домой, он еще не причалил. А уже на него вылета целый перечень серьезных каких-то проблем. Когда мужчина приходит домой, дайте ему хотя бы час времени, чтобы он пришел, поел, улегся на своем диване и хотя бы какое-то время отдохнул. Пройдет час, причалил ваш муж, ну тогда подходите и начинайте с ним разговаривать. Потому что если жена этого не понимает, если с порога он еще не вошел, а она уже загружает его проблемами, тогда он уже будет ее хватать. Да, и говорит, ну, это неприемлемо, так нельзя поступать, это будет его раздражать и тоже могут вызывать серьезные проблемы. Вот на этой скульптуре, эта скульптура, знаете, как называется? Эта скульптура изображает одну библейскую цитату, которая гласит: «Перекуем мечи на орала». Это известный символ мира, когда мечи перекуются на орала. Но так получилось, что кто-то снял вот этот кадр, когда на наковальне сидит голубь. Иногда люди могут устраивать свою жизнь так, перековывать мечи на орала так, что
между наковальней и молотом оказывается кто-то из супругов. Можно так устраивать свою семью, что плющить друг друга будут по полной программе и разрушать будут друг друга больше, чем можно себе это представить. Нельзя этого допускать. Нельзя, чтобы кто-то из супругов оказывался между молотом и наковальней. Необходимо учитывать, понимать потребности, особенности и настроения друг друга. Три основные реакции на конфликт. И нам сегодня предстоит найти правильную. Первая реакция – так называемая реакция ухода. Что это за реакция? Реакция ухода – это когда люди, оказавшиеся в конфликте, склонны избежать его, нежели решить. Суть этой реакции состоит в том, что человек делает вид, что конфликта не случилось, ничего, все нормально. Люди продолжают общаться, но в душе зреет неприязнь. Вот муж, о котором я рассказывал вам, который собирался на рыбалку, он поступил именно так. Его реакция на конфликтную ситуацию была какая? Он ничего жене не сказал, он не стал спорить, потому что он знает, что если с ней начнешь спорить, будет еще хуже, чем просто сядь и молча езжай к маме. Он не стал ничего делать, он сделал вид, что ничего не произошло, они благополучно съездили к маме и вернулись, все остались живы, но в душе у него что было? У него было неприязнь, он продолжает разговаривать с женой, но это до следующего случая. Когда жена снова перейдет дорогу, тогда уже молчать он не станет, он выплеснет все то, что накопилось. Это неправильная реакция. Если человек оказался в состоянии конфликта и не хочет его решать, он должен знать, что рано или поздно конфликт все равно его догонит. Все равно он тебя настигнет и все равно ударит. Уходить от конфликта неправильно. Его нужно решать. Молчать в ответ на оскорбление тоже не всегда правильно. Иногда люди делают себя, ну, чуть ли не героями, когда жена ему сказала все, что она о нем думает, а он сдержался, промолчал, стиснул зубы, не ответил и думает, надо же, какой я молодец. А никакого молодца-то не было, потому что ты промолчал, у тебя в душе были совершенно определенные чувства, ты бы тоже, если бы мог, ответил бы ей по полной программе, но ты воздержался от этого и вообще ничего больше не сделал. То, что ты воздержался, это правильно, но ты не решил проблему, ты остался с неприязнью в душе, значит, конфликт не был разрешен. Такая реакция приведет к разрыву отношения или даже к разводу в свое время, что и происходит сегодня во многих домах. Есть вторая реакция на конфликт, которая называется реакция на падение. Что это за реакция? Это когда хотят победить любой ценой. Это когда начинают обвинять друг друга, когда говорят о том, что это ты виноват во всем, а я тебе говорила, что так не надо было поступать, а если бы не ты, все бы было бы нормально. Суть реакции на падение – это давление для защиты своих интересов, это обвинение, оскорбление. Они оба сидят в грязном белье своих оскорблений, обид и негодования, но при этом пытаются обвинить другого, а себя признать невиновным. По сути дела, когда конфликтуют две стороны, невиновных практически не бывает, если кроме того случая, когда кто-то пытается выйти из конфликта правильно. Проблема в том, что оба сидят в грязном белье своих оскорблений, но кого-то все-таки пытаются сделать или окунуть с головой, чтобы вот он знал, какой он. Вот он. Это реакция на падение. Есть еще одна реакция на конфликт, это реакция примирения. И вот в чем она выражается. Реакция, суть реакции примирения выражается в игнорировании обид. Но не надо путать ее с первой реакцией ухода. Это не то, чтобы замалчивать конфликт или проблему, или обиду. Игнорирование обид – это означает сознательно прощать того, кто тебя обидел. Я имею в виду сейчас мужа или жену, мы говорим о семейных отношениях. Это прощать. Игнорирование обид – это сознательно прощать обиду. Муж, который не поехал на рыбалку, а поехал к теще, если он простил жену за то, что нарушены были его планы, тогда это нормально. Но простить без чего? Без разговора, без общения, без того, чтобы сказать, чтобы ты понимаешь, что я ждал всю неделю этого выходного, а ты меня увезла к маме. Мне было больно, мне было неприятно. И я в душе где-то возражал, восставал против этого, но тебе не сказал об этом. Если муж начнет об этом говорить с женой, и простит то, что произошло, вот тогда ситуация или конфликт будет разрешен. Игнорирование обиды – это сознательное прощение того, кто тебе нанес оскорбление. Но простить нельзя без чего? Без того, чтобы поговорить с человеком. Об этом говорил Иисус Христос.
В Евангелии от Матфея, 18 главе, он говорит, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди к нему и с глазу на глаз укажи ему на вину его. Если послушает он тебя, приобрел ты брата своего». Обратите внимание, почему Иисус сказал, что если вы примирились, то ты приобрел брата своего. Что значит приобрел? А что было до того, как вы помирились? Если вы, примирение – это приобретение, то конфликт – это что? Это потеря. Сколько раз мы с вами уже теряли своих жен и своих мужей в результате конфликта? А сколько раз обретали? Всегда ли мы примирялись? Он говорит, если ты примирился, ты приобрел, ты вернул свою жену назад. Если ты с ней был в состоянии конфликтного конфликта и не решал эту проблему, а просто молчал, ты потерял ее. Если жена уговорила мужа ехать не на рыбалку, а к теще, и не обсудили с ним эту проблему, она его потеряла. Они вместе поехали, но на самом деле он в сердце куда? Он на рыбалке, а не с ней. Она его потеряла. Иисус говорит, если вы примирились, вы приобретаете. Прощение невозможно без общения, без обсуждения этой проблемы. Без прощения вообще не может быть дальнейшей совместной жизни. Если муж и жена не прощают друг друга, они не могут жить вместе. И это, конечно же, совершенно точно истина. Принцип разрешения конфликта состоит вот в этом определении. Высокий уровень заботы о взаимоотношениях всегда приводит к высокому уровню решения проблем. Высокий уровень заботы о взаимоотношениях обязательно ведет к высокому уровню решения проблем. Это то, что мы уже говорили с вами. Если люди решают проблемы в состоянии разорванных отношений, будет ли у них высокий уровень решения проблем? Никогда. Никогда не будет. Еще раз хочу повторить или вспомнить слова Соломона. Многие люди ради хлеба насущного готовы трудиться и в лепешку расшибиться, чтобы заработать. Но мало кто готов работать и трудиться, чтобы заботиться о своих взаимоотношениях. Лучшим решением конфликта есть реакция примирения. Сейчас я очень быстро покажу вам 5 слайдов, в которых есть практические советы. Вы их не запомните, но, может быть, попробуйте как-то для себя отметить их. Как необходимо решать конфликты уже в практическом ключе. Итак, первое. Выбирайте подходящее время для разговора. Общение всегда нужно планировать, а не мимоходом, мимолетом, между делом решать серьезные проблемы своих отношений. Выбирайте подходящее время. Лучше всего решать конфликты сразу. Но иногда стоит подложить, если эмоции вас захлестывают. Сделайте так, чтобы вас не прерывали во время обсуждения проблемы. Если в состоянии решить проблему мирно и конструктивно, возможно присутствие детей. Мы об этом тоже говорили. Планируйте разговор, продумывайте его. Вот так нужно уметь строить свои взаимоотношения. Это нужно учитывать, это нужно знать. Это как 2 × 2 в математике. Человек должен уметь общаться со своей женой. Выбирайте подходящее время, планируйте разговор, продумывайте его. Будьте откровенны, говорите о своих чувствах открыто. Не забывайте об уважении к другому. Старайтесь ясно высказывать, почему вы считаете так, а не иначе. Выскажите, как, на ваш взгляд, проблема может быть разрешена и чем чревато ее игнорирование. В разговоре скажите о своем добром отношении друг к другу. Это простые элементарные правила построения отношений. Откровенность, без нее нельзя построить отношения в семье. Когда жена подходит и говорит, давай поговорим, а муж отворачивается от нее, это неправильное поведение. Он не имеет права так себя вести, потому что они родные люди, он не может игнорировать предложение женщины или наоборот, предложение мужа. Женщина не может игнорировать предложение о разговоре, о беседе. Не отвлекайтесь от предмета разговора. Бывает так, что начнут заодно, а потом вспомнит, что было 3 года назад, а потом вспомнит, что было 5 лет назад, и в результате, вместо того, чтобы примириться, еще больше поругаются. Не оставляйте проблему до тех пор, пока она не будет разрешена. Не сводите старые счеты, простите прошлое. Не следует угрожать санкциями, разводом, самоубийством, бывает даже такое. Делать оскорбительные замечания в адрес родственников, супруга или супруги. Не следует угрожать санкциями. Я не буду тебе варить борщ, все. А я не буду тебе отдавать зарплату. Вот ты меня обидела, и вот я не буду. Вот. А она ему скажет, а ты вечером ко мне не приходи, иди спать на диване. Женщина не может, так же, как и мужчина, не имеет права сказать, что муж не будет с ней спать. Потому что ее тело не принадлежит ей, это тело ее мужа.
Она не может сказать, что у нее голова болит. Это неправильно. Это противоестественно для семейных отношений. Иронизировать по поводу внешности и умственных способностей друг друга. Четвертое. Ищите вариант решений. Ищите варианты решений, а не загоняйте ситуацию в тупик взаимными упреками. Ты виноват, поэтому так все получилось. Найдите более одного варианта решения. Позвольте другому высказать свои варианты, не перебивая. Вместе выбирайте лучший. Лучший вариант тот, который удовлетворяет потребности обоих или того, для кого проблема стоит острее. Не бойтесь идти на компромисс. Не бойтесь идти на компромисс, потому что ваш муж или жена – это не враг ваш. Это ваш близкий человек, вам с ним жить. Не бойтесь компромиссов. Осуществляйте принятое решение. Решите, кто, что и когда будет делать. И вот здесь очень важный момент. Помните, что два человека могут воспринимать принятое решение по-разному, поэтому в таком случае спокойно корректируйте исполнение решения. Ну вот эти бегло я вам предложил некоторые советы. Вы их, конечно, все не запомните, но, может быть, хоть что-нибудь вы для себя сохраните в памяти. И в заключении я хочу рассказать вам пример выхода из конфликтной ситуации, библейский пример. Этот пример может быть для вас неожиданным, потому что эта история вам хорошо знакома даже для тех, кто Библию никогда не читал, но на этом слайде вы что видите? Вы видите историю Рождества Христова. История Рождества Христова сегодня в нашем обществе хорошо знакома многим людям. Почему? Потому что эта история наполнена светом, радостью, святостью, торжеством. Если вы читаете повествование Евангелия о Рождестве Христа, вы находите там много поводов для радости. Действительно, история Рождества Христова наполнена таким трепетом и святостью. Но рождение Христа было необычным образом. Иисус родился не как обычный ребенок, потому что дева родила его. Мария была девой, когда родила Иисуса Христа. И Библия называет это великой благочестие тайной. В Рождестве Иисуса не было ничего порочного, нечистого или предусудительного. Это была великая тайна благочестия. И когда мы читаем историю Рождества, кажется, все так красиво, светло, радостно. Но на самом деле не все так было просто. Почему? Потому что в истории Рождества Христова есть и серьезная напряженность. Она как бы скрыта, но если внимательно читать, мы увидим эту напряженность. Почему? Потому что, представьте себе, была Мария, она была простой девушкой, земной, не инопланетянкой, не ангелом с крыльями. Она была простой девушкой. И у нее был муж, жених. Но он по тем временам жених приравнивался к мужу. Они еще не жили вместе, они еще не спали вместе. Она еще не знала мужа, она была девой. Но у нее уже был муж, и она не могла быть ни с кем другим. И вот представьте себе, что Иосиф тоже был простым человеком, не инопланетянином, не ангелом с крыльями. Он был обычным человеком, добрым человеком. И вот представьте себе его реакцию, когда Мария приходит к нему и говорит: «Иосиф, я хочу тебе сказать радостную весть. Я жду ребенка». Что сейчас назревает в этой семье? Вы чувствуете, как отреагировал Иосиф на то, что сказала ему Мария? Ведь он еще в тот момент не знал, что Мария станет матерью Сына Божьего. Ему еще это не было открыто. И вот когда она пришла к нему и сказала, что она ждет ребенка, а он к этому не имеет никакого отношения, как отреагирует мужчина на то, что его, скажем так, невеста приходит и говорит: «Я жду ребенка». Что он должен был думать? Как вы считаете? Что он должен был чувствовать? Что пережил Иосиф, когда Мария сказала ему об этой новости? Естественно, что он подумал, что она его обманывает, и еще прикрывается чем? Своей верой в Бога, да? Но это же надо было, думал Иосиф, это надо было придумать такую историю, что якобы вот она не виновата, но тем не менее она ждет ребенка. Вы понимаете, что это в нормальной семье это гром среди ясного неба? Нужно сказать, что Иосиф был в шоке.
он пережил страшный стресс, потому что он любил Марию, он строил планы, он искал себе верную жену, любящую и добрую, и он такую нашел, но оказалось, что она его обманула. Так думал Иосиф. Вы понимаете, что сейчас мы с вами прочитали из Евангелия пример, что в этой семье готов разразиться скандал, готов разразиться конфликт, который мог повлечь за собой смерть Марии, потому что по тем законам женщина, которую уличили в неверности, она должна была быть приговорена к смерти. Ее судьба висела на волоске и зависела во многом от Иосифа, потому что он мог ее отдать судьям, и ее бы приговорили к смерти. Это серьезная проблема, конфликт налицо, конфликтная ситуация, ну просто лучше не придумаешь. И в этот конфликт пришлось вмешаться даже самому Богу, потому что Господь послал Иосифу сон, в котором ангел Господень явился ему и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Святого Духа». И когда он услышал это, как он мог мне ее беременную принять? Ну как это? С меня же будут смеяться, весь Петербург будет с меня смеяться, что я взял женщину беременную. Ему было очень трудно это сделать, потому что он думал, что она ему не верна. Но когда ангел пришел, ему сказал об этом, я хочу, чтобы вот эти слова мы применили тоже и к себе. Потому что после этих слов Иосиф понял, что Мария его не обманула. Он не стал домысливать мотивы его поступка, он не стал вкладывать в ее слова совершенно другой смысл. Она ему говорит, что это от Духа Святого. Он говорит: да, ты мне порассказывай. Но он не стал этого делать. Он поверил ей и принял ее такой, какая она была. Этот совет спасет многие семьи наши, если мы с вами последуем тому, что сказал ангел Иосифу, и станем принимать своих супругов, не боясь. Не бойтесь принимать вашего мужа таким, какой он есть, вашу жену такой, какая она есть. Это ваша жена, это не ваш враг, это не ваш соперник. Вам с этим человеком жить и строить свое семейное счастье, сколько бы лет вы вместе не прожили, а все равно можно сделать свою семью счастливой. Не бойтесь принимать своих супругов для того, чтобы решать свои конфликтные ситуации, для того, чтобы служить им. Нам необходимо сменить характер отношений. Принятие – это важное условие разрешения конфликтов. Иосиф совершил подвиг. Он принял Матерь Божью такой, какая она была, поверил ей. И нам с вами можно многому у этого библейского отрывка многому поучиться. Принимайте своих близких такими, какие они есть. Не пытайтесь их исправить. Но если вы оказываетесь в конфликте, умейте правильно выходить из конфликта. Еще раз в заключение напомню этот стих. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Рождение Иисуса Христа стало радостью для Марии и для Иосифа, хотя рождение это могло стать трагедией, но стало радостью и для Иосифа, и для Марии, и для многих людей, а могло стать трагедией, если бы Иосиф не захотел поверить Марии. Многое в наших семьях станет либо радостью, либо трагедией, и что будет в нашем доме, целиком и полностью зависит от нас, от того, что мы выбираем. Готовы ли мы с вами учиться решать конфликтные ситуации, хранить общение и взаимоотношения или нет? И может быть сегодня кто-то скажет: ну что-то я слышу, как так можно жить? Это же нужно работать, трудиться, чтобы хранить свою семью, нужно для этого трудиться. Да, счастливая семья не упадет с неба на голову, и вот ты будешь счастлив всю жизнь. Она не падает с неба. Счастливая семья – это плод трудов, это плод терпения, прощения, понимания. И кто-то скажет: я не готов трудиться. А я скажу на это: лучше трудиться, преодолевая трудности непонимания в семье. Лучше терпеть и потеть для того, чтобы хранить свои взаимоотношения, чем мучиться, страдать от одиночества, раздоров, отчужденности, чем пережить развод, чем пережить, видеть, как несчастны твои дети, потому что остались без отца или без матери, или живут с другим папой или с мамой.
лучше стараться сохранить и сделать свою семью счастливой теперь, нежели потом и всю жизнь мучиться от того, что я перечислил. Нам нужно отказаться от модели семьи, в которой люди живут как чужие, в которой уже никто ничего от друг друга не ждет, в которой люди живут так, как все по накату, не трогая друг друга. Нам необходимо отказаться от этой модели, потому что это не семья, это что-то другое, это какое-то новое явление в этом обществе. Но когда муж и жена не родные люди, они живут вот так, как придется, это не семья. Даже если у вас в паспорте печать стоит, с этим нужно что-то делать. И Библия говорит, слушайтесь Божий закон. Он в нем мудрость, он делает ваши отношения правильными. Это непросто, но лучше трудиться на семью, нежели потом мучиться от всего того, что я сейчас перечислил. Пусть вам Господь поможет. И помните, что из конфликта всегда есть выход. Но надо понимать, что такое конфликт. Надо чувствовать, когда ты в нем оказываешься. Надо помнить об этой точке. Самая главная точка, которую нельзя пройти мимо. Если что-то изменило намерение или желание вашего супруга, не идите дальше, остановитесь, обсудите, почему так произошло. Какие вы последствия того, что чьи-то намерения или желания были нарушены? Как он это переживет и что вы ему предложите взамен нарушенных планов? Эта точка, она самая важная. Ее нельзя пройти мимо, ее нужно обсудить. И тогда жизнь изменится. Спасибо вам, всего вам доброго.